приветствую. Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом тефтелей с гречкой. А для приготовления данного блюда вам понадобится фарш, гречка, лук, морковь, куркума и соль. Фарш у меня смешанный, говядина, курица. Смешиваете фарш, добавляете лук, морковь, тертую на терке, куркуму, соль. Гречку доводите до кипения, 5 минут ее кипятите. Сливаете и тоже добавляете фарш. А дальше все видно по рецепту. Хорошего вам настроения, приятного аппетита, очень легкий рецепт, пользуйтесь с удовольствием.